Привет, зритель. Помада на губах. Avon. Red Carpet. Да-да, так и называется. Очень красивая. С шиммером. От Лёлечки. Из Тюмени, которая. Вот. Но обзор у меня будет посвящен еде. Зритель. Короче, я знаю, что у меня есть плейлист Озон. Но тут будут и Озон, и Свайберс. Поэтому это будет в другом плейлисте. Обзоре еды бытовых. Короче, если тебе нравится вот это все такое, и ты тоже слегка увлечен пробованием всякого странного, welcome to hell, смотри этот ролик. Масло хлопковое, рафинированное, 100%, объем 500 мл. Говорят, курда яйца коровы летают, я читала про него, что если на нем жарить, то ничего не почуешь, никакого масла, только вкус еды. Вот слушай, реально. Если тебе нравится вкус яиц и помидорок в чистом виде, в роли омлетика, то welcome to hell, жарь на нем. А если, ну, вот мне как-то немножко неприятно, не то чтобы неприятно, не по себе было, я реально вот так их чувствовала, рис, в смысле вкус помидорок и вкус яичка. У меня был омлетик с помидорками, я скинула фоточки уже в эту, в свою тележку, если интересно, туда глянь. Может, аж подписаться, я там иногда офигеваю. Но если ты фанат каких-то личностей, то, возможно, ты подпишешься, потом отпишешься. Потому что я иногда так офигеваю на личностях, которые вот, ну, с моим мировоззрением супер доброты как-то не воспринимаются. Не сочетается. Короче говоря, у меня на Озон были баллы. После того, особенно как я купила блендер, который я отдельно обязательно обозрю, вот этот Беломикс в действии. И вдруг внезапно Озон так это, как обычно, облапошил своих клиентов. Помню, у меня был Озон статус, и он вдруг внезапно исчез. Но они там дали мне какую-то возможность на пару месяцев вместо Озон статуса. Тут у меня были 400 баллов с хвостиком, и вдруг я по ним узнаю, что я их не могу потратить, потому что они теперь только для премиум-аккаунта. И вот если сделаешь премиум-аккаунта, аккаунт первый месяц пробный, 99 рублей, а со второго там 200 с чем-то, или 200, или 199, или 200 с чем-то, ну, короче, не суть важна, я не помню. Тогда вот ты сможешь потратить свои баллы. Ну и что, я так сначала поохреневала, а потом думаю, мало ли эти баллы вообще куда-нибудь фигакнутся. И у меня еще 64 балла за отзыв, там, которые эти 64 балла можно потратить на 1/4 заказу. 25% можно платить этими 64 баллами. И я думаю, да ну нахрен, что я теряю. Короче, как бы у меня масло авокадо заканчивается. Ну, немножко там осталось. А вот жарить на масле авокадо вкуснее, чем на этом. А вот в салате вот это вкусно. Вот вкус салата сам по себе чувствуешь нормально. Так, в принципе, с маслом авокадо вкус салата тоже, по сути, не особо меняется. Я на один и тот же салат по составу заправляла разными маслами и поняла, что вот, ну, как бы для салатов оно нормально. А для жарки я, видимо, ну, как-то не прониклась им еще. И смотрю, да, у меня, короче, как бы... В общем, заплатила 99 рублей, у меня случился этот на целый месяц вот этот вот статус премиум, я сразу смогла потратить свои 400 с хвостиком баллов. За заказ я заплатила, сейчас скажу сколько, 15 рублей 29 копеек. Грубо говоря, я заплатила 114 рублей 29 копеек за заказ. Ну, если считать еще вот этот вот статус, потому что он как бы, ну, ничего особо не играет. Там какие-то цены действительно дешевле товары. Вот масло я другое хотела, литр купить. Там 325 рублей он стоил по премиуму. А если без премиума, то 345, 49 точнее. Ну, 24 рубля скидывается где-то там, да? И я так что-то думаю, ну... Оказывается, баллы, это коронки такие, эти баллы премиум, которые были раньше на карте Озон, Озон-карт, озоновские баллы, блин, озоновские, спасибо, скажем так, их можно потратить только на ограниченное число товаров. А я долго лазала, увидела это масло, и в итоге большую часть его оплатила баллами. У него срок годности 12 месяцев, оно делается внезапно в России, ну, в принципе, и что такого. 29 сентября оно создано, но, в общем, год будет жить. Вот такое масло, пол-литра. Взяла пол-литра, потом, ну, как бы там можно было такое же взять. И сейчас, кстати, скажу, кто это, Dial Export, хоть тут Озон и наклеил это, тут такая... гофрированная, или не знаю даже как, короче,
выделено, вот такой рисуночек на крышечке, он ощущается. И вот такая фигнюшка, довольно удобно наливать масло, скажем так, можно сказать, прозрачное, без всякого осадка. Ну, в смысле, оно, конечно, не прозрачное, ну, все-таки у него свет какой-то имеется, но оно без всякого осадка. Хорошее масло. Я так решила, думаю, а что мне это 250 мл, этот стакан возьму сразу пол-литра. Ну, попробую там на салаты. На литр я, конечно, не стала покупать, потому что мне надо было именно баллы списать. И я взяла себе еще одно масло. Ну, ты же знаешь, зрители, ну, кто не знает, теперь знает. Я же немножко фанат виноградного масла. Ну, вот как-то одно масло виноградное мне как-то не очень понравилось. Помню, я покупала то ли в Пятерке, покупала, то ли на Озон, то ли еще где-то. А вот тут что-то я смотрю, думаю, отзывы вроде нормальные. Принцесса вкуса, сделано в Италии. Масло из виноградных косточек рафинированное, 250 мл. У него оно немножко позже сделано, чем вот, ну, в смысле, немножко старше, чем вот это. Оно сделано у нас 9 марта. И живет оно у нас до 9 марта 2023 года. Грубо говоря, вот эта бутылочка жила бы, срок у него 24 месяца, а вот здесь вот 12 месяцев. Это я еще не вскрывала, вот сейчас при тебе щелкну. Здесь такая же вот как бы поилка, скажем так, только пошире немножко. Вот на нем я буду жарить, когда у меня масло авокадо закончится, а этим буду салаты заправлять. Ну, может там... У меня есть масло такое, как-то спинка подружки купила, горчичное, нерафинированное. Оно мне так не понравилось в салатах, оно какое-то... Туда надо вместе с ним еще какой-нибудь лимон добавлять или клюкву разминать. Ну, что-то такое добавлять, чтобы нейтрализовать этот вкус горчичного масла. Я его кидаю, когда хлеб пеку, в тесто. Хлеб я что-то редко сейчас пеку, но когда пеку, вот именно его кидаю, когда там на растительное масло какое-нибудь. Вот, когда закончится масло авокадо, на этом буду жарить. Ну, а это буду в салатики заправлять, может, в тесто в какое фигакну. Ты, если хлопковое масло юзал, дай знай комменты. Еще что у меня тут? Я в том беглом обзоре, когда окно показывало, полочку, уставшая, как черная кто, хотя у меня такой прикид на голове был, такой пышный волос. Сейчас они как бы чистые, просто вот так вот лежат. А тогда они вот прям вот копной такой были. Но у меня сил не было вообще втыкать в камеру. Я тогда говорила, что там кто-то собиралась еще купить, заказала. Но вы, ну, короче, уставшая была, там спала по 5 часов несколько дней подряд. Вчера-то я так конкретно отоспалась, почти весь день дрыхла с пробуждениями. И что-то, видимо, забыла, я думаю, что же я тогда хотела сказать-то зрителю, тебе, зритель, что я тут тоже заказала. Короче, я заказала себе пища богов. Какао-бобы, сорт Форастера, не обжаренные, высушенные на солнце, 250 грамм, вот. Я хочу их обжарить немножко так. Вот, ну, в смысле, прежде чем измельчать, надо обжарить, очистить от шкурки, это какао-велла, и измельчить в своем новом блендере, чтобы посмотреть, получится вот какао-паста или не получится. Кошку я временно это ликвидировала в коридор, потому что она у меня тут пыталась помаду сожрать, пыталась телефон закусить. Как-то это очень такая... Юркая кошка. Не рекомендуется детям младше 4 лет, так как они могут подавиться из-за органической жевательной, ограниченной жевательной функции. Я и забыла, что дети до 4 лет у них вот, ну, зубы, может, еще не совсем выросли. Я что-то вообще не в курсе, как у детей сейчас зубы растут. У меня-то частично молочная. В состав какао-бобов входит около 300 веществ, обладающих различным действием на человеческий организм. Я сейчас тебе скажу этот номер его. Это я уже на Вайберс покупала. Международный фестиваль чая, кофе, Санкт-Петербург. Золотая медаль за высокое качество продукции. Вот. Что-то даже это... Ну, я же, правда, не сегодня это буду делать. Но открою. Глянем с тобой, как там оно. А оно, вон, смотри, вот в таком пакетике. Вполне нормальные какао-бобы. Мне-то уже как бы, я пробовала, у меня было 74 грамма какао-бобов, ну мало, соответственно, тут-то 250 грамм. И я их даже не обжариваю, чисто фигак в этот блендер Biolamix. Но оно у меня больше по стенкам размазало, чем что-то путное мне дало. Хорошие бобы. Сейчас я тебе скажу номер его, артикул. Я сегодня это счастье забирала. И скажу, почем кайф. А это-то было, короче,
Вот это было 190 изначально, ну, без всяких баллов, а вот это-то я что-то не помню, сколько было. А, это было 270. Так, у меня там еще есть кое-что, но внезапно оно дошло до Ярославля уже второй день на поиске. Это вот у меня тутовник сушеный, шелковица, которая целый килограмм, но что-то вот оно как-то потерялось. Любят что-то в Ярике, то на почте мою посылку долго держат и как-то странно к ней относятся, то вот внезапно в Ярике потеряли тутовник. Сейчас он пишет на Wildberries, что ищут на складе поставщика. Он сначала в Ярик прибыл, а потом, видимо, за минуту ускакал на склад поставщика. Так, какао-бобыли были 290 рублей. 250 грамм. Номер 1488-7206. Ну и сейчас я тебе покажу еще одну штуку. У меня было какао-масло, я думала, что там грамм 300, изначально было 500. Но я там из него периодически что-то делаю. Оно было таким большим куском, но неудобно, в общем, это как-то. Я поняла, что в этой микроволновке надо смотреть, следить, и оно быстренько пригорает за эту 1,5-2 минуты на максималке. У меня внезапно микроволновка 800 ватт мощности. Мы с ней 12 лет вместе, а я до сих пор только вот недавно это заметила. И я поняла, что на водяной бане это вообще лучше всего делать этот шоколад. Ну и когда тут стала делать шоколад на днях, поняла, что у меня, кажется, 130 грамм всего лишь этого какао, в какао тертого было. Какао масло я его, может, изначально назвала. В общем, какао тертое. А какао масло у меня там есть еще. И я заказала себе какао тертое. Но было по какой-то скидке, там у Wildberries типа день рождения. Я тебе сейчас скажу, сколько оно стоило. Там еще был килограмм, но так как я сейчас в финансах конкретно так ограничена, хоть в лучшем случае я с Ютуба получу денежку 22 числа октября, в худшем случае 26 октября. Сейчас у меня вообще, ну как бы там один человек попросил в долг временно кинуть на телефон, другой человек попросил в долг временно купить одну хреновину. У меня осталось буквально там 300 рублей вообще до на ближайшие 5 дней, жуть. Какао тертое, премиум качество, 500 грамм. Я что его купила? То, там было за почти за 700 рублей килограмм, тоже вот эта супер скидка. И оно было как бы такая вот как плитка шоколада, но вот на кусочки поделена, и каждый кусочек 100 грамм весит где-то так. А тут было, как говорил производитель, и в комментах писали, кусочками специальными. Слушайте, вот таким конкретно черным шоколадом пахнет. Горьким черным шоколадом. Вот такие вот кусочки. Очень удобно его использовать. Ну, вот так уже растапливать. Там определенное количество взял. Я до этого делала шоколад с коробом. Ну, как бы короб чувствуется. И я поняла, что надо. Вот когда варила свое сгущенное молоко самопальное, что-то как-то у меня руки не дошли полноценный шоколад делать. У меня тогда получился только шоколадный крем. И как-то он скомячился. А потом уже я как-то поняла, что надо, ну, без короба тут делать шоколад. Сейчас тоже его покажу. Я протестировала на 4 людях. Один человек просто тупо любит супермолочный шоколад и как бы не проникся. Один человек проникся. Еще два, сегодня включая одно дитё, тоже прониклись. 100% натуральный какао тертое. 27 февраля изготовлено, 24 месяца у него срок годности. 24 месяца в твердом состоянии. Первый раз такое читаю. Вот, сейчас я тебе скажу, зритель, почем это счастье было. Так, 376 рублей. И оно, кстати, до сих пор еще есть в наличии. Артикул 28, 20, 50, 66. У меня, правда, он тут заряжается. Ну, наверное, не увидится мелко, а он у меня на зарядке стоит. Да, я понимаю, что можно отсоединить. Я постараюсь потом в инфобоксе это еще записать. Тут какао тертое за 600 с чем-то, ну, почти за 700 рублей килограмм. Его купили уже на следующий день. После того, как я это заказала. Раскупили, все, его нет в наличии. А это вот еще как бы есть в наличии. Также, кстати, какао-бобы. Тоже в наличии и по той же самой цене.
И я, кстати, вот сейчас покажу даже. Я тогда на телефоне снимала, поэтому не могла показать. Финиковый сахар, который я тогда покупала, он мне сколько, за сколько он мне обошелся? 366 он мне обошелся, 500 грамм. А сейчас он стоит 342, кстати, дешевле. 28, 13, 23, 73. Я его с собой взяла. Зачем я его взяла с собой? А вот я тебе про шоколад говорила. Я вот делала шоколад на какао, тертом какао масле, сухом молоке и финиковом сахаре. Он как бы ощущается, вот иногда такие крупные, ну не то что крупные, такие частички, которые ну не очень растворяются. Вот это не тот сахар, который вот мы привыкли, да, вот арахис, этот, блин, арахисовый, как он. Пальмовый сахар, он все равно растворяется, он как вот такой, как рафинадик свекольный, да, свекличный. Сахар-песок, который свекличный, да, он тоже растворяется, там, рафинад, не рафинад, как бы он, ну, какой-то пудра быстро растворяется, да, вот не пудра, крупные кусочки, оно подольше растворяется. Кокосовый сахар, он тоже как бы растворяется, а этот немножко ощущается, он, ну, как бы дробленый финик высушенный. Пахнет фиником и немножко таким сахаром. Вот, ну, чуть-чуть там видно все-таки, да, вот как он. И он, ну, не есть кусочки, которые полностью растворяются вот на языке, да, а есть какие-то ощущаешь. И вот они в шоколаде как бы ощущаются. Хоть какао тертое и какао масло, вот оно растворяется в такую густую вроде как массу все равно. Вот, ну, жидкое, но густая. И я думаю, что там сухое молоко, я рецепт с интернета брала, он... Ну, не до конца оно растворяется. Я потом нашла уже другой рецепт, где вот советуют немножко и сухое молоко, и сахар чуть-чуть растворить в водичке, и уже вот такую жидковатую консистенцию вливать в это счастье. У меня есть формочки. Тут шоколадка без никто, но она немножко еще там два вида. Я потом уже добавляла еще сухого молока, чтобы он более помолочный был. Я не знаю, на камере это увидится или нет, вот там два таких подтека как бы темных. У меня кусочек упал. Кусочек шоколадки упал. Оно вот это больше на черный, на темный шоколад похоже. Но тут больше досталось той части, которая как бы темный шоколад. Точно такой же, он только тут вот кусочек обломан, да? Точно такой же я вот ближним родственникам отдала. Там как раз есть один человек, который любит супер молочный шоколад. А есть другой человек, который, видимо, всеядный. А тут у меня еще одна была плиточка такая. Я фундук уже вот ломала его, ну, как бы чистила наш фундук, вот этот лесной орех, который с нашего огорода, из деревни. И я его вот просто уже в плитку залила, когда, точнее, эту плитку залила в формочку. Тут частично уже сожрано. И обломано как-то загадочно. Там, по-моему, вот 12 таких плиточек, вот квадратиков. Я сверху уже просто ложила некоторые, придавливала этот орех. И вот оно с орехом так получилось. А некоторые кусочки вот прям внутри этот орех. Здесь вот, если приглядеться, то видно, ну, я не знаю, на камеру как вот заметно-незаметно. Вот если приглядеться, то там вот видно такие мелкие фрагменты, вкрапления. Это как раз вот сухое молоко и... финиковый сахар. Но оно, конечно, не настолько сладкое, потому что вот, ну, финиковый сахар, он не совсем такой вот супер сахар, что вот даже вот декстроза, она сладкая, да, вот виноградный сахар. Потом кокосовый сахар, он все-таки более сладкий, чем финиковый сахар, хотя менее сладкий, чем белый сахар. И тот же даже пальмовый сахар, правда, он у меня в таких кусочках, в таких вот как пряничках. Его можно, конечно, наверное, растереть как-то, но я его чисто кусаю с чаем, пью там с кофе или еще что-то. Я не знаю, вот я знаю, что продаю, он бывает жидкий такой вот, как сиропчиком, но я у нас нигде не видела этот пальмовый сахар с сиропчиком. А то можно было бы в шоколад добавить, наверное, было бы вкусно. Так вот, я тебе о чем, зритель? Ты финиковый сахар когда-нибудь использовал? Я потому что вот впервые его увидела совершенно случайно. Ну, как бы я давно его впервые увидела совершенно случайно на Озон. Там был меньший вариант, тут целых полкило, и он стоил примерно как эти полкило на Вайтберрис.
И я все на нее смотрела, смотрела, даже дороже. Он стоил, там, в общем, был какой-то такой 200 грамм, 400 рублей, а тут полкило, и оно 366. Вот мне, по крайней мере, обошлось. Довольно выгодно, кстати. Самый прикол, сначала я, когда его получила, он сразу стал вне наличия, а потом появился вот снова в продаже. Надо туда отзыв шоколадкой скинуть. Да. Делаешь ли ты домашний шоколад из какао тертого? Если делаешь, подкинь рецепт в комменты. Ну, снова. Используешь ли ты масло растительное, хлопковое, рафинированное? И, может, ты какие-то рецепты знаешь с этим маслом. Я вот читала, что тут и в комментах, и описание к нему вот здесь. И на Вайтберис, в принципе, я видела тоже подобное масло. Не именно это, вот другой фирмы. Что с ним хорошо делать, в общем, как бы жарко во фритюре, но у меня нет фритюры, мне как бы, ну, фритюр противопоказан по большей части. И плов в основном на нем делают, что плов это супер вкусно, все такое, и что при жарке он создает какую-то супер корочку. Но у меня были такие продукты, на которых супер корочка, ну, я постараться, чтобы получилось, но я не знаю, на омлете там получается, наверное, какая-нибудь супер корочка. У меня под крышкой он был в моей этой сковороде. Той, которую она в каком-то стриме обозревала, может, уже год с лишним назад. Корочки, конечно, там не было. Ну, виноградное масло, может, ты юзаешь. Может, ты тоже загоняешься, покупаешь себе какие-нибудь масла, как я. Вот это вот мне понравилось, это нет. Вот рисовых отрубей мне не понравилось. Виноградное я как-то очень даже прониклась. Ну, наверное, все. Спасибо тебе за просмотр. Пока. Не забудь поставить палец кверху.